День памяти событий в Беслане. Самое страшное – это когда гибнут дети. В тот день, я помню, смотрела телевизор, просто не верила в то, что происходит на экране. Я как будто сама была там. Люди не могли совершить такое. Террористы не люди, террористы – звери. Терроризм – это зло, возведенное в абсолют. Ему просто нет места в нашем мире. Это страшный урок. Помни, Беслан, люди будут всегда. Не надо бояться. Враги рода человеческого только этого и добиваются. Чтобы победить, нам нужно объединить усилия всего общества. Страна помнит. Страна скорбит. Вместе мы победим.